Царицына. Со мной приехали ребята из моих двух коллективов. Они уже встречались не раз на выставках, на конкурсах, в которых мы участвовали, знают друг друга очно. И, в общем-то, я не сказала, что соревнуются, а просто смотрят на то, как кто работает. Сразу же скажу, я очень волновалась перед этим выступлением, потому что я не художник. Более того, я не рисую в принципе, рисуют дети, которые здесь сидят. Но анимация – это настолько интересный процесс, и готовясь к этому занятию, я как раз и посмотрела на историю развития анимации и поняла, что во многом вот та середина 19 века развитие анимации было предопределено развитием технических средств. Так у нас получилось в этом тысячелетии. Появление такой программы «Флэш» в относительно свободном обращении заинтересовало необыкновенно. Так захотелось попробовать сделать мультфильмы, и ребята меня поддержали. Я хочу показать вам своих детей, вот старейшего вашего коллектива, Вадима. Вот она 9 лет, у меня 4 года. Ее работы вот, предоставили на конкурс, они не раз побеждали на компьютерных конкурсах анимационных фильмов. У них, конечно, достаточно недостатков, как и во всех, может быть, прочих детских работах, но они были сделаны с такой искренностью, и мы их так любим, судить вам. Еще я хочу показать, центр детского творчества Царицына, это мои маленькие дети, вот они сидят, ребята, а вот взрослые аниматоры, Маша, она сегодня расскажет, как делать мультфильм с точки зрения технологии, Гриша, художник, который поет, его верный товарищ, да, это, он рисует так, как поет, а сейчас мы покажем. Дело в том, что наши конкурсные работы не были показаны. Хотите, чтобы мы с них начали? Да? Ну, давайте тогда сначала их посмотрим, а потом будем говорить о мультфильме. Первая работа, давайте так, с детских, с маленьких. Работа, коллективная работа первая, которая у нас была сделана, когда детям было где-то лет 10-11. А музыка? Музыка нужна, извините. Сделал свой мультфильм, который называется «Легенда Ниагарского водопада». И представляла этот мультфильм на компьютерных конкурсах. Сейчас она вам расскажет технологию создания флеш-анимации как раз на примере своей работы. Одноклассницей Ариной, поскольку я все-таки не художник, к сожалению, я больше аниматор, а она как раз рисовала. Сюжет нашего мультфильма основан на легенде индейских племен, которые жили рядом с Ниагарским водопадом. И по поверьям индейцев, в Ниагарском водопаде обитал некий бог грома, которому они поклонялись. И они задабривали его, принося каждый год в жертву какую-нибудь красивую девушку из своего племени. И вот однажды очередь дошла до самой красивой девушки племени, до дочери вождя. Индейцы верят в то, что бог грома спас дочь вождя, поскольку он был поражен ее красотой, и он спас ее, и она осталась синим туманом, стелющимся вдоль Ниагарского водопада. Что мы делали, это мы создавали ландшафт. То есть вы вот сейчас видите перед собой бобра. Место людей, да, надо отметить, место людей мы использовали бобров, потому что мы решили с юмористической точки зрения подойти к созданию мультфильма. И главные герои нашего мультфильма – это бобры. Вы видите перед собой водопад, бобра, стоящего перед этим водопадом. С этого, собственно, и начинается наш мультфильм. Далее мы хотели создать эффект камеры, облетающей вокруг нашего бобра. Для этого мы создавали нашу панораму как символ и заносили ее в библиотеку. И производили все действия уже именно в библиотеке. То есть вы видите сейчас, как наклоняется камера,
сначала влево, а затем и вправо. А далее мы пытались создать природу, то есть это звуки, это пена, ветерок с листиками, а также перышки нашего бобра, которые будут впоследствии колыхаться. Особенностью нашего мультфильма является эффект 3D. Мы пытались не просто рисовать наш мультик в одной плоскости, а пытались создать эффект 3D. То есть вы видите перед собой водопад, а дальше он резко обрывается вниз. И там уже внизу это пена, и уже более спокойно текущая вода. Вот на этом рисунке также присутствует эффект 3D, то есть это водопад, спадающий вниз, а дальше он уходит в перспективу. Также в нашем мультфильме присутствует эффект трансформации. Это, наверное, самая волшебная часть нашего мультфильма, когда происходит трансформация наших героев. Вы видите на первом плане перед собой нечто непонятное, а впоследствии с помощью эффекта шеи он преобразуется во все более и более, в общем, начинает обретать форму. И в конечном итоге мы получаем нашего духа, бога грома и духа удачи и вождя. В нашем мультфильме очень много библиотечных элементов, то есть элементов, которые мы создавали непосредственно в библиотеке, и это все делалось для более точной передачи движения. То есть это водопад, вы увидите, как прямо вот струи будут двигаться, и будет создаваться впечатление, что это действительно вы находитесь напротив водопада, который